Акция «Неделя леса» продлится в Беларуси по 10 апреля. Среди задач – сохранить качество и плотность лесного фонда, а также развивать новые зеленые оазисы. Так, в Смолевичском районе специалисты департамента по энергоэффективности высадили сотни саженцев на площади около гектара. Мы высаживаем сосну однолетку и березу двухлетку. То, что мы оставим своим детям, зависит только от нас. Если у нас порядка 40% нашей территории покрыто лесом, и мы считаемся легкими Европы, всей Европы причем, то надо, чтобы и через 10, и через 20, и через 50 лет мы, лесистость нас была уже не 40, а 60%. Кстати, в прошлом году волонтерами высажено более 23 миллионов деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза.